Ну вот уже надо начинать. Ну, точнее, я уже опаздываю. По-хорошему. Ну, я сегодня молодец. Я сегодня ходила в торговый центр и нету. Даже этот бургер не съела. Хотя так хотелось. Нет, я хочу обычный фисташковый этот дубайский шоколад. Хочу попробовать тоже. Ну вот посмотрим, вот сегодня я как бы все под контролем. Все под контролем. Я сегодня ничего лишнего не съела. Посмотрим, насколько я похудею на завтра, ну до завтра. Вот. Я, короче, эту неделю вот хочу так. Интересно, насколько я скину. И потом, если, ну, фигня будет, то придется мне на свою садиться жесткую. Да, я знаю, что я могу. Я уже посмотрела рецепт, что надо, но это так дороже выходит. Ну, конечно, его больше выходит, но и дороже. А я то, что сейчас на диете, ну как бы так себе. Если мне понравится, я вот сразу весь съемлю. Так, время сколько? Главное... До 7 сейчас мне поесть, успеть. Потому что после 7 я не ем уже. Вот с новым маникюром даже делать ничего не хочется. Что-то там я не вижу. Короче, прикиньте, я вот отсюда не вижу. Я вижу только вот зелененькие, желтенькие значки. Ну и цифры какие-то. В деревне. Что-то в деревне. Дальше первые слова не вижу. Вот знаете, мне всегда казалось, что я очень мало ем. Ну, реально. А когда я начала считать калории, я поняла, что я охренеть как много ем. Когда я стала все на весы вставить, взвешивать. Это оказалось пипец как калорийно. Я сейчас опять начинаю считать калории. О, нифига.
У меня сейчас вес... У меня сейчас вес 59 800. Рост у меня 157. Я выступаю в категории 55. Вот, 1 ноября, 8:00, я должна весить 55:00. Ой, Ваня, чтоб яйца взорвутся. Вот. Поэтому сейчас буду худеть. Я тоже люблю, блин, пиццу. Да я вообще люблю поесть. И жареную картошку люблю с салом. И помидоры соленые. Господи, это вообще ла-ла. Компотом это все припивая, вообще огонь. Ну вот, сегодня у меня такой вес. Завтра я проснусь. Посмотрю, сколько у меня ушло с помощью моего питания. Я позавчера составила себе питание на неделю из самых простых продуктов. Вот, посмотрим, сколько я скину. Если я, ну, как бы хотя бы 58 к концу недели не буду, то все, принимаю жесткие меры. Сажусь на экстренную диету. Не, ну у меня реально целлюлита до хера стало. Раньше, когда я вот питалась прям, ну реально чисто правильно, это очень редко могла там себе поесть, позволить, ну, шоколад, вот это все такое. У меня в основном батончики были без сахара, все вот это вот. И у меня не было целлюлита, реально ляхи разгладились. А сейчас у меня вообще его дофига. Ну, на ляхах именно задняя часть. Вот. Больше нигде, в принципе, не вижу. Вообще жестко. Короче. Чего хотела сказать? Вау, thank you, Rosies. Короче, если честно... А мне надо, видишь, это... Не, я на самом деле... Можно поделиться, как скинуть 4 кг за неделю. Ну... Я не знаю, ну, ты сможешь, нет. Но это реально... Я просто не знаю, как у тебя будет. Но вот я реально скинула. Я 20 августа выступала. Я завесилась 55:0. Нет, окрошку я не ем, кстати. Вот, и за неделю 7-8 дней. Ну, 9 где-то дней. Мне надо посмотреть, я все записывала. Держишь. Но потом главное не сорваться. Я, короче, за месяц... Ну, это я сама просто. Я просто нажрала вес. Вот.